Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский посетил в субботу передовые позиции спецназа вблизи линии фронта на Бахмутском направлении и вручил государственные награды. Эти позиции – одна из самых горячих точек украинского контрнаступления. Оно стартовало в начале июня и столкнулось с ожесточенным сопротивлением российских сил. Киев утверждает, что в районе Бахмута, захваченного Россией в мае, после нескольких месяцев осады, украинская армия, тем не менее, продвинулась вперед. В субботу в Украине отмечался День сил специальных операций. Накануне в пятницу по меньшей мере 9 человек получили ранения в результате российского удара по городу Днепр на востоке Украины. Пострадали жилой дом и здание службы безопасности. Нападение на Днепр произошло через несколько часов после того, как Москва объявила о перехвате двух украинских ракет над юго-западом России. В результате падения обломков одной из них в городе Таганроге, недалеко от украинской границы, пострадали не менее 16 человек. Один из них серьезно.